Такого город еще не видел. Улица Льва Толстого, дома 15, 17, 19. Севастопольцы с портретами родных участников Великой Отечественной выходят на балконы, выглядывают в окна, а во дворе их приветствуют солисты творческих коллективов. Буквально несколько минут до начала и... Тихо плещет волна, ярко светит луна. В программе «Песни о войне». Песни, такие знакомые, такие близкие сердцу каждого севастопольца, солируют участники ансамбля «Морская душа», подпевают все жители близлежащих домов. Акция необычная. Мы узнали о такой возможности совершенно случайно. Но поскольку двор у нас достаточно дружный, участвует не в одном конкурсе, не в одном мероприятии городском, мы это любим, мы это приветствуем, мы решили попробовать. Артисты говорят, ранее в таких условиях выступать не приходилось, но когда поступило предложение, с удовольствием согласились. Плюс ко всему, считают, это своего рода репетиции, хоть и не в полном составе. Из-за режима самоизоляции коллективом собирались больше месяца назад. Да, время сложное сейчас, но люди должны радоваться солнцу, радоваться жизни, но при этом находиться максимально дома. Мы поздравляем всех с наступающим праздником 9 мая, с великим праздником. Но опять же призываем, давайте мы это дома вспомним предков наших, родственников. Девушки глядят в графской пристани, как уходят без козырки в дальний путь. На новую синюю город любимый, мы с тобою в плавне. Всем двором и на героев Сталинграда 35. Здесь вызвались принять участие в акции, поддержать севастопольцев и поздравить с наступающим Днем Победы солисты народного ансамбля «Галатея». Нравится, почему бы нет, вместе с людьми, пускай они хоть и дома, но все равно поддерживают нас. Как вы считаетесь, вы споете с жителями? Да, считаюсь, я думаю, что мы споемся, потому что все мы как одно целое, можно сказать. Скинув черные бушлаты, черноморцы дни войны, здесь на танки шли с гранатой, шли на смерть твои сыны. Мы благодарны таким акциям и рады были, когда узнали, рады были участвовать и организоваться. У нас живут Юрченко Астела Алексеевна, ребенок блокадного Ленинграда, ветераны по 92 года, 90. У нас очень насыщенно ветеранами дом, поэтому нам это очень было знаково и очень важно. Постараемся сберечь тот мир, который вы нам подарили, и всем двором поем для вас самую победную песню. Это день победы, городом Жаба. Это праздник с единою на висках. Это радость со слезами на глазах. День победы, день победы. Наталья Двуцина, Андрей Вовк, Михаил Волобуев, новости Севастополя.